26 работников пожарной части и транспортного цеха Тольятти Азота удостоены почетного знака губернатора Самарской области за служение людям. Торжество проходило в актовом зале завода управления, а награды им вручал лично генеральный директор Сергей Шишов. Это очень почетная награда. От имени всего коллектива хочу сказать, что я горд за то, что у нас на предприятии есть люди, герои нашего времени, которые готовы подставить плечо, готовы в трудную минуту прийти на помощь родному городу и людям. Чествовали командиров отделения, пожарных и водителей пожарной части и автотранспортного управления. Губернатор отметил туазовцев за содействие в ликвидации чрезвычайной ситуации, за личное мужество, смелость, решительность, высокий профессионализм при тушении лесных пожаров летом 2021 года. Скромность украшает героев. Например, водитель пожарной части Александр Галко не считает, что совершил что-то особенное, ведь именно так должен поступать каждый профессионал своего дела. Это наша работа. Наш лес, наш город. Так что и без наград бы то же самое сделали. А вот Александр Гаврилов заслуженно гордится своими подчиненными. Он много лет руководит пожарной частью и ведомственным газоспасательным взводом. На протяжении вот этих лет мы участвовали во многих пожарах, в городских, в крупных. Это взять 95-й год, склад жиженных углеводородов на Синтез-Каучке. Это 10-й год, опять лесные пожары, за что у нас сотрудники нашей части были награждены уже правительственными наградами. Ну и в этом году личный состав принимал участие в тушении лесных пожаров, где проявил смелость, храбрость, разумные действия. Ну и не дали распространиться дальше пожаром. От лица всех тольяттинцев мы присоединяемся к поздравлениям и благодарим коллег за спасение нашего леса. Спасибо за доблесть.